встречайте, Джон Фюр, предприниматель, инвестор и блокчейн-идеолог. Джон закончил Техасский государственный колледж город Маршалл, США, и получил квалификацию в области измерительной техники и управления технологическими процессами. Работал генеральным директором в нескольких компаниях, таких как Olipacom, ToastGrow, но его большой успех связан с его нынешним проектом. Джон – основатель первого хостинга на блокчейне. Проект HostCoin обещает предоставить безопасный хостинг, который невозможно взломать, изменить, удалить или положить. Джон уверен, будущее веб-хостинга за блокчейном.